Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямала посчитала незаконным оправдательный приговор Ноябрьского городского суда в отношении жителя города, который сбил высокопоставленного сотрудника полиции. В ходе следствия было установлено, что 20 сентября прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля. По данным сотрудников ДПС, нетрезвый водитель дважды грубо нарушил правила дорожного движения, чем и привлек внимание инспекторов. По требованию он остановился, однако на предложение оформить протокол отреагировал неоднозначно. Нажал на газ и сбил сотрудника ГАИ. Полицейский получил травму плеча. Ноябрьский городской суд оправдал нарушителя, однако сторона обвинения с решением не согласилась. Была подана апелляция в вышестоящую инстанцию, в которой принято решение направить дело на повторное судебное рассмотрение.